К другим темам. Образовательные учреждения Твери готовятся к началу нового учебного года. В преддверии 1 сентября ремонтные работы проходят во всех школах и детских садах города. О том, как идет подготовка, об этом рассказывает наш корреспондент. В школе номер 9 работы практически завершены. В классах сделан косметический ремонт, покрашены полы, батареи, проведено утепление окон. Важным этапом стала замена системы пожарной сигнализации и оповещения, которое уже давно требовало обновления. Старая пожарная система была 10 лет назад сделана, больше даже 10 лет назад. Поэтому она сейчас полностью обновилась. Теперь не нужно будет бегать по этажам, искать, где именно находится пожар или там что-то случилось. А сразу на кнопочках будет выявляться, что какой этаж, какой кабинет. Капитальный ремонт сигнализации в 9-й школе проводился не только за счет городского, но и областного бюджета. Также благодаря областной поддержке в этом году стал возможен ремонт кровель в детских садах номер 31 и 141 и в средней школе 27. Серьезный объем работ идет в рамках муниципальной программы развития образования города Твери за счет средств города. Более 6 миллионов рублей выделено на ремонт переоборудования пищеблока в школе номер 37 в поселке Химинститута. Все идет по графику, и мы успеваем. Пока все укладывается. Они стараются, работают здесь допоздна, с самого раннего утра. Тут несколько бригад работают, работают электрики, сантехники, плиточники. Стараются ребята. Масштаб работ здесь внушительный. Идет полная замена полов, покрытий стен, системы водоснабжения, отопления, вентиляции и электричества. Закуплено новое оборудование для пищеблока. Во всех школах, детских садах без исключения идут ремонты. Ремонты разные. Аварийные, косметические, капитальные ремонты. На ремонтную кампанию по подготовке к новому учебному году из бюджетов разных уровней выделено более 50 миллионов рублей. Приемка образовательных учреждений начнется 27 июля и завершится 10 августа. Качество ремонтных работ строго контролируется специальными комиссиями.